То, что вы видите там, это золотое руно, окрас сацвиси, я надеюсь, я правильно сказал. И это партиципативный проект, то есть проект с большим количеством участников в рамках фестиваля Мид-Ост-фестиваль в Тбилиси, который мы вот за несколько дней все вместе и реализовали. Идея проекта в следующем. Золотое руно – это, ну, как бы символ Грузии, который знают во всем мире. Но если задуматься немножко, то получается, что это вещь, которую украли. Украли, соблазнили Медео и так далее. То есть это такой плохой как бы жест. Но почему-то все радуются и говорят: «О, как классно, у нас украли золотое руно, мы стали известными». Ну и вот этот contradiction, как бы одно с другим, мы попытались немножко в этой работе представить в виде текстов. Ну, вы видите золотое руно. Оно стало золотым, потому что много участников фестиваля Мид-Ост написали там свои тексты. Есть позитивное, есть что-то негативное. То есть их эмоции после нескольких дней пребывания в Тбилиси. А потом пришли грузинские стрит-артисты и в основном Ламп. Вот, Ламп очень известен в городе, вы наверняка все видели его много граффити. Он нарисовал большую букву L. Это самая красивая буква грузинского алфавита. Ну и опять же, это значит Ламп. И Ламп – это овца, это золотое руно. Вот, и таким образом он завершил работу, и вы можете ее видеть. К сожалению, нам не дали все это сделать на стенке дома, но мы довольны тем, что мы сделали это в Артария. И огромное спасибо ТАССу и всем остальным из Артария. Это чудесное место, мы могли спокойно работать, нам сделали свет, нам давали воду и даже вино. И мы очень признательны и благодарны. Огромный вклад в создание этого произведения внес Лаша. Вот там наверху, вот там сзади меня, такая бутылочка с пивом Арго. Это он нарисовал, это его стенсил. Вот, Лаша делает замечательный стенсил, он друг Гагоши, они вместе работают. И он мне помог найти Мишико, который Ламп, и других стрит-артистов, которые пришли и вот помогали это делать. Так что если бы не было такой коллаборации между Лашей и Мишико, то ничего бы не получилось. И огромное им спасибо за гостеприимство и за помощь. Я думаю, что мы это выставим на фабрике, или фабрика, как вы ее называете. Это будет на закрытии фестиваля. И, наверное, мы или устроим аукцион, мы еще пока не знаем, если это будет можно. И на проданный, ну, когда она будет продана, эти деньги пойдут в кассу нашей организации, которая называется Мид-Ост. Это некоммерческая организация. Мы все время собираем деньги на разные хорошие проекты. Вот. Или мы заберем ее с собой в Берлин, и тогда она будет висеть там у нас в нашем офисе.